прибежала с магазина. Во-первых, я купила шею, свинину. Это будет для вечера, для гриля. Но это не самое главное. Ну, это тоже главное, но нет. Самое приятное, даже видите, не раздеваюсь, потому что хочу вам показать, какие я купила в комнату сына горшки. Дело в том, что когда мы были в Леруа, я уже выбирала горшки, но, к сожалению, там не было нужное количество, примерно, чтобы они были под один стиль. И тут захожу я в наш магазин, здесь рядом с цветами, и у меня глаза не рядом, а с цветами, рядом магазин с цветами, и у меня глаза падают на этот набор. Они прям друг на дружке стоят, рядышком, сейчас, подождите, последний достаю. И я думаю, это то, что должно быть в комнате моего сына. И это будет смотреться гармонично на его подоконнике, потому что комната у него яркая. Потолок у него яркий, желтый. Есть зеленые цвета, у него есть красный, синий, разные, в общем, цвета. И так как это, ну, они хоть и зеленые, да, но все равно они будут смотреться под, под все. Да, все. Вот, вот он, по-моему, так. Сейчас посмотрю. Ну, в общем, один из них вот сюда. Один из них точно вот сюда. Вот, да, вот он. Ну и самый большой под мой лавр вот такой. Все четыре разной формы, но одинаковые расцветки. Мне кажется, что они на окне будут смотреться здорово. Сейчас побегу, возьму землю у дворника, я оставляла в его дворнической, когда пересаживала цветы, и пересажу все цветы, которые есть на его окне, вот в эти горшки. Мне кажется, прям супер, честно, я аж даже порадовалась, они красивые, цены, а вы видите, наклеены здесь 400, 342, 685, и 445. 1875 рублей. Вот. Красота, да? Скажите, здоровские. Все, пошла за землей, даже не раздевалась, чтобы возьму дворническое, вернусь, будем пересаживать.